«Собери ребенка в школу» – традиционная акция, которую проводит политическая партия «Единая Россия». Как и прежде, подарочные наборы подготовили по всему региональному отделению, чтобы дети были более подготовлены к новому учебному году. Собрать им тетрадки, карандаши, ручки, канцелярские принадлежности другие, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным на фоне своих сверстников. Ну, стараемся это сделать наиболее празднично, чтобы это было действительно поздравление и в то же время, чтобы дети чувствовали, что их не забывают. В семье Фомичевых четверо детей. Старшая дочь уже совершеннолетняя, а младший – детсадовец. Средние же братья – ученики школы. Десятилетний Гоша ждал новый учебный год с нетерпением. Спешил на любимый урок. Физкультура. Почему? Потому что бегать можно. Другие уроки, как сказал Гоша, тоже могут быть интересными. В будущем третьеклассник обратит внимание на историю, чтобы понять, чем этот предмет так понравился главе города. Чтобы действительно у него все было самое необходимое, все принадлежности, ну, смотри, тетрадки, ручки и прочее. А вот первоклассница Ульяна убеждена, ее любимым предметом станет технология. Вырезать, клеить, мастерить. Кстати, в подарочном наборе есть предметы и для детского творчества. Ножницы. Первая неделя для юной школьницы прошла волнительно. Нужно адаптироваться, познакомиться со всеми. Тем временем мама старается вдохновить ребенка на новые свершения. Конечно, в первую очередь мне себе, потому что вторая ученица. Ну, как-то надо ее настроить так, чтобы она хотела учиться, да, старалась. Готовились очень долго, наряды эти все примеряли. Самое же главное – красивое пойти. Подарочные наборы в этом году получили три семьи. Теперь, когда дети полностью готовы к образовательному процессу, останется одна задача – заниматься и приносить домой хорошие отметки. Пусть они хорошо учатся, осваивают новые профессии, ну и побольше вам, конечно, пятерок. Что одно, что второе. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».